Я заказывала герб и фамилию из пенопласта на фотозону. Сама делала мелочи, бутылки, бокалы, свечи, книгу пожеланий, президиум. И зал оформляли профессионалы. Бутылки, бокалы, свечи, книгу пожеланий. Бутылки можно не делать уже, девчонки, смело. Можно вообще отказаться от этой истории. Бокалы можно не делать, можно отказаться от этой истории. Свечи тоже можно, в общем-то, не делать. Книгу пожеланий, ну, в общем-то, тоже тут на усмотрение, конечно, но тоже от этого можно легко отказаться. Если хочется, опять же, внести какую-то лепту в помощь или там, помочь как-то декоратору, то... Согласуйте с ним этот момент, чтобы не было такого, что вы сделали, а это просто невозможно применить никак, потому что это не вписывается вообще никак в концепцию. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас.